стою, у меня все горит, вон здесь лес горит, все горит там. Правда, вечер у нас похерачивают. Вот, очень страшно, очень боюсь. Вообще это не ясно. Ну вот тебе и надо сейчас съездить в отпуск отдохнуть, блин, Леш. Ну отпрашивайся да, уже. Да. А я ты уже... написал рапорт? Тебе не да подписали у нас... еще? Алён, у нас все съебались, осталось 6 человек. Рапорт напишем, как это, придут сейчас, через 3 дня. Люди придут, мы уходим. Ну у нас реально там вообще никого нет уже. Все смотались, все боятся. Мы, нас 6 человек осталось, представляешь? Но они возвращаются, получается? Возвращаются они из этого отпуска? Ты или, или они увольняются? Никто не возвращается, увольняются. Все сматывают. Ну, почему по телеку ничего не говорят, я не знаю. Здесь реально такая бойня идет. Ты бы офигела просто. Я бухаю, Алён. Почему? Ну, потому что боюсь. Здесь все бухают.